Хочу показать на ходу, пока мы тут. Надо мной некоторые люди издеваются в том плане, что Таран, нахер ты советуешь людям тонировать окна в машине, если ты снимаешь, допустим, инкар какие-то сцены. Ну, это автоблогеры, это вот всякая вот братья, да, которая занимается съемкой непосредственно внутри автомобиля. Да вот по какой причине. Вот сейчас машина у нас в заводской тонировке, то есть здесь тонировочка там что-то 0,2, она легенькая. Анна Борисовна всегда переживает, что вот в эту тонировку там все будет видно. Я не знаю, что она там прячет. Но как бы не суть. Вот в такой тонировке снимать очень комфортно. То есть у меня нормально проэкспонировано лицо, у меня нормально проэкспонирована улица. То есть, в принципе, похоже ли это на синематик? Да, я думаю, похоже. Это прям вот синематик. Почему? Потому что экспонировано все равно так, как видят ваши глаза. Вот как работает ваше зрение? Работает оно все примерно вот так. Что происходит в автомобиле с нетонированными окнами? Происходит примерно вот это. Наша улица превращается в переэкспонированное говнище по той простой причине, что экспозиция сейчас работает здесь немного на полутона, на тени, потому что отбивается лицо. А на улице у нас остается вот такая вот херобень, которая, ну, которую, наверное, не исправишь ничем, кроме как логарифмическими кривыми. Но логарифмические кривые я сегодня ставить не буду. Наверное, буду, но попозже, но не в этой ситуации, да? По той простой причине, что никто ими пользоваться толком не умеет, особенно внутри каких-то помещений, внутри некоторых там, неких автомобилей там и прочее. Вот стоит мне натянуть какую-то пленку на стекло автомобиля, и все становится на свои места, да? Все проэкспонировано, все четенько, все писечно. Вот слушайте Тарана и радио, все, больше никого.